Итак, комнаты подписчиков. Для тех, кто на Ютубе, ну вы, конечно, да, вы, конечно, не пришли на стрим, но чтобы поучаствовать хотя бы на Телеграм, подпишитесь, который в описании будет, там ТГ Дрейка написано, блин. Туда подпишитесь. Вот я думаю, все, кто на стриме, уже подписаны, они крутые. Так, поехали. Срочная новость. CSGO Run сошел с ума и раздает бесплатные скины всем новым пользователям. Бегом переходи в Telegram-бот по ссылке в закрепленном комментарии и хватай секретный промокод. Поднимай топовые скины, не выходя из Telegram. Играй в свои любимые режимы и прокачивай свой инвентарь на CSGO Run. Что это? Почему банка разъебанная? Уай! Страшилка, блядь. Ля, вот это... Стульчик, как будто, ну, тебе лет, ну, 10. Ну, не красиво нарисовано, зато смотри, блядь. Так. Ля, нахуй, ты глянь, блядь. Ты где живешь, блядь, что за дворец, блядь? Это что такое, нахуй? Смотрите, какие окна, нахуй, это балкончик, судя по всему, еще. Ебать, вот это охуеть, конечно. Телевизор. Иконы, глобус, нормально. Так, сейчас я еще выведу телефон, чтобы на некоторые комнаты ТикТок звук подбирал. Так, все, смотрим дальше. Дрифт. Что тут имеется? О, очки, как у Дани. Принтер. О, это я, смотри, это Илья. Ля, блядь. Это мы. Кубик Рубег. Нормально. Фотка, бр... Фотка братишкина из 9 класса в рамке стоит. Чё за хуйня, блядь? Тут арты Сандре. Это кактус ковбой. Гитарка со стикерами Сандре. Нормально. Да что за пасхалку, блядь? Что это? Ля, блядь. Тоже гитара, нахуй. Что это? Ты чё такое, нахуй? Я просил свою комнату скинуть, блядь. Смотри, как все расклеено, блядь. Если мне было бы фадлу столько клеить, это ебануться. Ну, видимо, вот этим принтером. Спасибо, Квек. Это что там на экране такое, блядь? О, это... Это для ребенка или для кота, блядь, вот эта штука, типа, в ней бегать? Это синтезатор? Что это, блядь, я не помню. Фортепиано, блядь, это... Короче, нормально. Ля, блядь, там конь какой-то, нахуй. Кролл сидит! Кролл сидит, смотри. Кролл. Ля, блядь. Белучи. А что это, блядь, за салфетки, нахуй? Ты дрочишь, блядь? Алло. Да чё вы все музыканты тут все собрались, ебать? Одни гитары, смотри, блядь, чехлы от гитар. Ну, либо не музыканты, блядь. О, ну это бан, блядь. Еншин импакт, блядь, на стене висит. Ну это бан, блядь. Ну это бан в Телеграме, блядь. Комнаты нет, сплю на пуфике с миньонами возле батареи. Блядь. Ну нормально. А ты случайно, блядь, не два? Ля, нахуй. Красиво, смотри, вот тут столик, тут еще столик. Бля, нормально. О, это мы играли. Блять, ну конечно, я живу на кухне. Ну нормально, что. Охуеть, блядь. Ты глянь, попуги сидят. Ля, блядь, это что за пиздец, блядь. Арт-объект, нахуй, какой-то. Во. Вот это нормальный сетапчик. Ебать. Нихуя себе, блядь. Да это пиздёж. А, вон, да, с интернета фотка пиздобола, блядь. Подушки. Ля, нахуй. Красиво. С днем рождения. А, это с днем Ю, что-то. Нормально. Ля, блядь, смотри. Ля, блядь. Чё там, 6? Понятно, 6... А, нет, 9 класс.
Ебануться, блядь. Ну, сочетание с ковром, конечно, ебейшее. Что это, блядь? Там букетик из каких-то челов. А что это за такой потайной ящик, блядь? Вот. Бро в космосе. И, судя по всему, это комната с братом там или сестрой. Блядь. Так, ладно. Тикток, давай-ка. Сделай вещь. Она уже офлайн, руки на ее шее. Она как Moonlight. Я пишу текста, ее ломает. Понятно. Так. Уютненько, смотри. Уютненько. Ну тоже прикольно. Что замазано, блядь, не понял. Бро в подвале, нахуй. Что это за пиздец? А как видеть? Я бы, наверное, вымер, блядь, если бы у меня, ну, этот самый... Если бы у меня просто такой свет был. Ля, нахуй, смотри. Прикольно. Кот! Амнямы, смотри, разные. О, это я, амням! Это Даня, наверное, вот это Илья. Тут не знаю кто. О, боже мой! Фу, энергетики, фу! God Omens. Ясно, бан. Я не знаю, что это. Ля, блядь. Как будто что-то не хватает, блядь. Ну, так прикольно. Бро на кухне, нормально. Это у тебя... А, это у тебя на кухне вот так? Смотрите, как мило. Бля, ебать, прикольно, полочка такая. Прикольно. Ты что там показываешь, блядь? Это что это такое? А что это такое? А что это такое? Кто скажет? Что вот это? Шприцы. Караоке, блядь? Какой вибратор? Ну, что-то непонятные какие-то эти, блядь. Нихуя там на кровати, блядь, нормально делаются вещи. Это что за картинка такая? Бан, блядь. Твое? Катаешься? Так. Живу в комнате вместе с младшим братом. Окей. Ля, блядь. Ну так-то прикольно. А, это вот это мы видели. А, ну это бро снимает квартиру, этот бро в соло живет. Опа, выпитое бухло стоит, есть. А что с котом, блядь? Блядь, что с котом? О, нормально. А да хуй эти две мышки, блядь. А, это для ноута одна, я понял. Нормально. Ля, нахуй, сотри, ты сотри, бля. Ты сотри, бля. Сотри еще вот этот столик, чтобы прям в кровати жрать, блядь. Хуя себе ты живешь, блядь. Вот это дефолт, блядь, это, мне кажется, у всех было на стене. Этот атлас, блядь. Прикольно. Хомик. Ну ебать, вы себе комнаты украшаете, блять. У меня просто нихуя нет. Россия! А что случилось, блять? Почему перевернут нахуй диван, блять? Что тут какой-то пиздец произошел? Блять, как зазумить? Блять, у меня отдаляется из-за колеса мыши. Блять, у меня колесико мыши. Блять. Блять. О! Блять. Пиздец. Там какая-то ящерица сидит. Так. О! Это Виталий. Ля нахуй. Ля, ебать. Вот это охуенная комната, смотри, прям. Гитарки, все есть. Я подумал, это говно, блять. 40-60 тяй. Ну, это так, выебончик. Поднакинули микрофон. Нормально. Нормально.
блядь. Это у всех, блядь, пасхалка, нахуй. М-м. Опа! Ого. Опа, блядь. Есть. Но это чтоб далеко не ходить, нормально хавать. Кот! Маленький. Happy Nation. Это что такое? Ля, блядь! А чё вы нахуй все гитары тут это самое, блядь? Вы чё, гитары, что ли, не палитры, блядь? Охуеть, блядь. Ванная? А где ванная? Вот это, блядь? Я не знаю, что это. Нормально. Нормально, ну не видно нихуя. Обои, а зачем обои мне? Ля, блядь. Ну, он тоже нормес. Хаги-ваги, блядь. Серебряные глаза. Драйв. Рар, ослик. Назад. А что там? Подожди, я не понимаю. Что за ванная, блядь? Где? А... Что? Я не заметил, блядь. Блядь, это в ТикТок надо, так. Ну-ка, давай, ТикТок. Со мной ебётся пидорас. Суждаю, блядь. Ещё раз, блядь. Мистер, да блядь, пиздец, блядь. Вот это бан, блядь, в Телеграме. Это что такое, нахуй? Прикольненько, так. Мили. Что это, блядь? Какие-то они... А манга какая-то, да, походу? Блядь! Димедрол. А что такое Димедрол? Это осуждающее что-то, блядь? Да хуй... Что, блядь? Да это прикол, нахуй. А, ну посмотрите, какая там ванная охуевшая, блядь. Какая-то полумраморная, блядь. Конечно, ты тут спишь. Я так и поверил, блядь. Так и нахуй и поверил, блядь. Давай, расскажешь, блядь. Это кто, блядь? О, супернатурал. Есть. Фигурки какие-то. Полный хэппи... О, у меня такая же колонка есть, блядь. Ля. А вот это зачем? Тут ноутбук и комп. Ну, походу... А, ну это, походу, парочка какая-то. Блядь, что это? О! Опа, блядь, нихуя там флажок, блядь. Кот! Кот! Ебать... Это вот эти бро, которые там этот самый про вселенную в комментариях где-то в ТикТоке обсуждают, блядь. Энигма. Так, ну вот это можно, кстати, сфоткать, ну-ка. Понятно, блядь. Так, это было? Ля, пес! Бля, опять эти ваши BTS-ы, блядь. Глобус опять, блядь, этот. Да ебанулись? А чё вы так всё обклеиваете-то? Вот это прикольно. Я в жизни себе никогда... Пиздец, блядь. И они меня уже затрахали. Одна писанина, только пенис. Секс. Ничего доброго нету. Блядь, ну правда, да. Есть. Кто это, блядь? Бро на даче. В домике. История ВПР. О, блядь. Вот это да. Это фоткаем. Нихуя себе. Есть, блядь. Нихуя себе. Блядь, тоже гитара стоит. О, там этот самый Салли Фейс. Ты, блядь.
Что это, канат нахуй? Что это, блядь? Ля, смотри, как охуенно. Ебать, там видок. Сид, блядь, кто Сид? Сид есть в чате такой. Слипкнот. А, все нахуй? Стоп, не может быть, блядь. Устал дрочить на обычное порно? Тогда скачай эту популярную порно-игру, которая взорвала весь интернет. Много сочных дырочек уже ждут твои... А я что, все посмотрел? Реально, блядь? Ну не может же быть. Ну да, я листаю, ничего нового, блядь. А, ну вот этого не было, смотрите, оно не листается, блядь. Блядь! Вот этого не было! Блядь, что вот это? Пекарня! Блядь! Привет! Как вы себя чувствуете? Да, блядь! На самом деле. Блядь. Так, стоп. Блядь, этого не... Этого не было. Так, стоп, вот этого не было. Ну-ка наверх. Ебать, бро, просто диван нахуй. Я подумал, это Дима Матвей. Ля... Сидит, блядь. Mm-mm. Это было. Там маршмеллоу, кстати, смотрите, сверху. Так, этого не... Что это, блядь? Это где... А, это двухъярусная кровать, я понял. Ебать. Турничок, нормально. Спорт. Ля, нахуй! А что с клавиатурой? Блядь!